Re, viss ēters ir te! На смену ясному и солнечному вторнику придет пасмурная и дождливая среда. Ожидается оттепель. Предстоящей ночью в центральной Латвии, а также в Видземе и Латгале еще сохранится легкий мороз. Местами снег. -1, -4. В Курземе порывистый юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-16 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду до +6 градусов. На Видземском побережье 0 градусов, ожидается мокрый снег. В Риге предстоящей ночью местами осадки в виде снега. Температура воздуха -1, -2. Днем 4 декабря мороз сменится оттепелью. По всей стране плюсовая температура. Пасмурно, ветрено, местами осадки в виде дождя. Западный порывистый ветер будет дуть со скоростью 6-10 метров в секунду. Осадки ожидаются в первой половине дня. Во второй погода прояснится, ветер успокоится. На востоке +1, +3. На Видземском и Курземском побережье +5, +8. В Риге в среду днем +2, +5. Днем преимущественно без осадков. В первой половине дня пасмурно. После обеда будет выглядывать солнце. Ветер западный, умеренный. Будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду.